Всем привет! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Сегодня вот такую вот красоту хочу вам показать, как вязать. Такой узор называется роса, то есть тут как листочек, и на нем капелька росы. Узор очень интересный, такой рельефный. Будет классно смотреться на любых вещах, в принципе, и на женских, и на детских. Пледик будет классно смотреться. Вот его изнанка. Так вот, минималистично, а с лицевой стороны просто красота неописуемая. Дорогие мои, любимые мои, я прошу вас о большом одолжении. Если вам нравятся мои видео, подпишитесь на мой канал, поставьте мне лайк и напишите привет в комментариях или отправьте просто цветочек или сердечко. Я знаю, что это занимает время, знаю, что это тяжело на самом деле, хотя кажется секундное дело. Это принесет мне огромную пользу. Во-первых, мои видео будут больше показывать. Во-вторых, это принесет мне доход дополнительный. И в-третьих, мне будет бесконечно приятно. Я верю, что вы все добрые, хорошие люди и поможете такой молодчине, как я. Раппорт этого узора 16 петель плюс 2 кромочные и 20 рядов. Набираете на спице количество петель, кратное 16, то есть 16, 16, 16, 16, набрали сколько вам нужно, в конце добрали 2 петельки кромочные, и вязать будем 20 рядов высоту. Первый ряд кромочная петля, дальше раппорт, 1 петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот у нас они влево наклонились. 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь мы развернем 2 петельки и повернем их, вместе провяжем лицевой, они наклонились вправо. Накид. Это наш раппорт, который мы повторим до конца ряда. Когда дойдем до конца, у нас останется последняя кромочная петля. Второй ряд и все четные ряды мы вяжем просто изнаночные петли. Все петельки провязываем изнаночными. Третий ряд, кромочная петля, дальше раппорт, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, поменяли петельки, провязали вместе с наклоном вправо. 1 лицевая, накид. Повторим наш раппорт. Последняя петля у нас кромочная всегда. Четвертый ряд, как и все четные, у нас просто изнаночные петли. Просто все петли вяжем изнаночными. Пятый ряд, кромочная петля. 1 петля лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. Вот он наш раппорт, который мы повторим до конца ряда. Последняя петля у нас, как всегда, кромочная. Шестой четный ряд у нас идет все петли изнаночные. Все-все петелечки изнаночными провязываем. Седьмой ряд. Кромочная петля. Дальше раппорт. 1 петля лицевая, накид. 3 лицевые, 2 вместе лицевой влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4,
4, 5. 2 вместе лицевой вправо. Поворачиваем петельки. Провязали вправо. 3 лицевые. Накид. Снова повторяем раппорт. Последняя петля кромочная. 8 ряд четный. Все петли изнаночные. 9 ряд. Кромочная петля. 1 шишечка. Тут нам крючок пригодится. В принципе, вы можете связать шишечку любым способом. Я свяжу так, как я люблю. Шишечку. Накид, петля. Накид, петля. Накид, петля. Все это провяжу. И еще раз провяжу нижнюю петельку, захватываю и провязываю вместе. Теперь эту петлю возвращаю на спицу. 1 шишечка, 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это наш раппорт. Шишечка 15 лицевых. Последняя петля у нас кромочная. 10 ряд, как и все четные, у нас все петли изнаночные. 11 ряд. Кромочная петля. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Развернули 2 петли, провязали вместе. Накид. 1 лицевая, накид. 2 вместе лицевой влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это наш раппорт. Мы его повторяем до конца ряда. Последняя петля у нас кромочная. Четный 12 ряд. Все петли изнаночные. 13 ряд. Кромочная петля. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой вправо. Петельки развернули, провязали вправо. 1 лицевая, накид. 1 лицевая, накид. Молодец. 1 лицевая. 2 вместе влево, 4 лицевых. 2, 3, 4. Завтра пойдем в бассейн. 14 ряд у нас. Четные все петли изнаночные. 15 ряд. Кромочная петля. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой вправо. 2 лицевые. Накид. 1 лицевая, накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой влево. 3 лицевые. Это наш раппорт. Повторим его еще раз. Последняя петля у нас кромочная. 16 ряд четный. Все петли изнаночные. 17 ряд. Кромочная петля. 3 петли лицевые. 3. 2 вместе лицевой вправо. Для этого петельки развернем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 1 петля лицевая. Накид. 3 лицевые. 2 вместе лицевой влево. 2 лицевые. Вот он наш раппорт. Последняя петля у нас кромочная. 18 ряд у нас четный, все петли изнаночные. 19 ряд. Кромочная петля. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 шишечка.
петельку вернули, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это наш раппорт. 8 лицевых, шишечка, 7 лицевых. Последняя петля у нас кромочная. Последний 20 ряд, он у нас четный. Все петли вяжем изнаночными. Повторяйте эти 20 рядов на нужную вам высоту. Получите вот такой вот красивый узор. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам пригодится этот узор. С вами была Тоня Февралева. Всех люблю, целую. Всем пока!